Теперь будем делать, ребята, плеч. А что у нас с плечами? Снова растягивание в трех точках. Но сегодня, ребята, я хочу немножечко добавить от себя и делать не с неподвижным поясом, а я хочу попробовать поделать, да, вот оно, восьмое, с резиной, чтобы видеть работу, чтобы чувствовать эту работу. И я думаю, это зайдет нам, вот два слоя я взял, зайдет очень тяжело. Возможно, в конце я даже не смогу ее ни на миллиметр растянуть, но попробуем. Я хочу попробовать, насколько это будет сложнее, потому что все силачи в прошлом, все вот кто на плакате, занимались эспандерами и очень рекомендовали их к обязательному использованию. Вот у меня есть резина. Может быть, два слоя начну, а потом в один слой продолжу. Но сейчас будет очень больно и жестко. Ah!
Концовочка. Все, руки не поднимаются. 5 минут ушло. Чуть-чуть больше на работу. Ух ты, вы смотрите, плечи надуло, да? По-моему, да. Кто не чувствует заднюю дельту, не знает, как ее проработать, ребята. Вот, разрыв. Плюс, это добавляет. Очень хотел руки вверх поднять, уже все, веревки. Даже на пояс не ставится. Это очень хорошо позволяет укрепить мышцы-стабилизаторы. Кто занимается движениями тяжелоатлетическими, например, в кроссфите, вот эта тема, она нереально крутая. Перед тем, как делать рывок, толчок, оверхед приседания, поделайте вот такую статику, хотя бы месяцок, и вы увидите, как ваш верх укрепился. Плюс еще в этом упражнении что? Это то, что осанка. За счет того, что мы прорабатываем заднюю поверхность всю, у нас раскрывается грудная клетка. Я все время сутулился, сейчас чувствую, что я начал ровнее ходить, ребята. Все, что нужно, это резина, либо же я уже не раз показывал. Вот, я взял пояс от кимоно и стараюсь как бы с него снять узлы. Но, поэкспериментировав только что, мне давно это хотелось сделать, я ждал, когда в программе у Бронсона попадется упражнение номер 1. Я хотел попробовать именно с резиной, чтобы понять, как может быть тяжело от того, что ты на миллиметр ее растянул, но ты видишь, что ты ее растянул, и ты пытаешься противодействовать. Даешь нагрузку или нет на кимоно, тебе самому непонятно. С резиной же все по-другому. Соответственно, выкладываешься больше, концентрируешься больше, эффект получаешь больше. Ладно, тренировка идет своим ходом. Далее у нас упор в бицепс в одну руку, упор в бицепс в другую руку. Ох, плечи ушатал с одного упражнения. Фух. Так, заново, аж потемнело немножко. Бронсон, где он? Есть заряды? Заряжаем. Так, сейчас все пройдем. Бицепс, 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 почти рука разогнута. И напряг бицепса так, и так делаем. Потом отжимаемся 2 по 10, медленно это сделаем. И там снова упражнения повторяются. Давайте.